Фонд Булатова Тимуратова оказал помощь пострадавшим от паводка в Карагандинской области. 62 семьи получили в общей сложности 10 миллионов тенге. Их дома частично или полностью разрушила большая вода. К тому же эти семьи из категории социально уязвимых граждан. В числе получателей помощи – одинокие пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки и многодетные малоимущие семьи. Все они жители 5 сел Шетского района. Проект помощи пострадавшим от природных явлений уже второй год совместно реализуют фонд «Красного полумесяца» и фонд Булатова Тимуратова. Сотрудники «Красного полумесяца» провели оценку нужд и выявили наиболее пострадавшие домохозяйства. В прошлом году фонд Булатова Тимуратова акцентировал программу на том, чтобы выделять денежные средства пострадавшему населению, чтобы люди могли сами купить себе вещи первой необходимости. Это лекарства, это строительные материалы. Всего карты раздали 62 семьям или более чем 300 жителей. Из расчета 30 тысяч тенге на человека. Я жительница Красной Поляны. Большое вам спасибо за помощь. И вот это вот, что мне дали, я потрачу на стройматериал. Выражаем большую благодарность фонду Булатова Тимуратова от села Шопа. В прошлом году в рамках этого проекта материальную помощь от фонда Булатова Тимуратова получили 3000 жителей Восточно-Казахстанской области. Тогда пострадавшим от паводков раздали около 82 миллионов тенге. Работа по отслеживанию ситуации с природными катаклизмами продолжается и по сей день. В случае необходимости фонд Булатова Тимуратова готов оказать помощь людям в разных регионах страны. Асем Караулова, Карагандинская область.